государство – это что такое? Это орудие господствующего класса в классовой борьбе. Вот. Поскольку не будет этого орудия, не будет демократии, не будет. А что будет? Хочется еще. Иногда люди смеются, говорят, это коммунизм. Когда этого не будет, того не будет, того не будет. А что будет? А будет коммунистическое общественное самоуправление. То есть настолько люди привыкли за годы существования государства к тому, что оно есть, что и без этого государства и не мыслят себе жизнь. Степан Степанович, все включено, да? Значит, вот мы с вами должны, товарищи, сегодня попытаться понять, как сказать, политическое содержание такого явления, как социально-трудовые конфликты. Не знаю, успеем ли мы это сделать за то время, которое у нас есть, или нет, но мы будем вот такую задачу решать. Потому что мы с вами разбирались о том, какие классы есть в российском обществе, и выяснили, что в российском обществе есть три больших класса. Значит, класс рабочий, который продает свою рабочую силу, класс капиталистов, то есть собственников средств производства, которые покупают эту рабочую силу и живут за счет прибавочного труда рабочих, и класс мелкой буржуазии. Поскольку мы не просто вот перечисляли эти классы, и не просто, как вот политологи, они выясняли, какие есть классы. И на этом как бы и конец. У нас это не конец, а только начало. Почему? Потому что мы хотим добраться до социально-трудовых конфликтов. И вот если мы возьмем такой класс, как мелкая буржуазия, то мы видим, что его положение противоречиво. И если он с чем-то и конфликтует, то больше сам с самим собой. Почему? Потому что он и трудящийся, и собственник средств производства одновременно. Значит, как трудящийся, он никому свою рабочую силу не продает, он просто трудится, и свою способность к труду, совокупность физических и духовных потенций, которые у него есть, пускает в ход при производстве материальных благ, а вот полученный результат он продает. Уж как он и продает, удается ему выручить, так сказать, полную стоимость, которую он создал, или нет, чаще нет. Потому что он существует в обществе, в котором есть крупный капитал, монополистический капитал. И поэтому мелкий собственник не может выручить, как правило, стоимость своего продукта. Поэтому его, хотя он мелкий буржуа, некоторые думают, что он маленький буржуй, это не так. Он мелкий буржуа – это отдельный класс, это и собственники, и трудящиеся. Получается, что мелкие буржуа, как правило, эксплуатируются. Их эксплуатируют. Кто? Ну, кто вот скупает плоды труда и скупает по такой цене, что больше получает, чем тот, кто произвел. Ну, например, вот время от времени проскакивают сообщения о том, сколько стоит, по какой цене закупают у производителей молока молоко. Ну, была вот одно время цена 15 рублей за литр. Последнюю цифру я видел уже 20 рублей за литр. Ну, а сколько продают за литр молока? Почем молоко продается? Молоко продается по 50, да, за литр. Это во-первых. Значит, получается, те 20 получают, те, кто его делает. Те, кто ухаживает за скотом, за коровами, которые закупают корм, которые там содержат зимой и так далее, выгуливает и прочее, а обеспечивает уборку, там, навоза, ну, занимается тяжелым сельскохозяйственным трудом. А те люди, которые картонные коробки сделали, так сказать, это вот забрали это молоко, они получают 30 рублей, то есть большую часть стоимости получают не непосредственные производители, а те люди, которые являются производителями вторичными. Теперь это когда вот таким внешним образом смотришь на это самое молоко. Но я думаю, вы замечаете, что молоко у нас разное продается. Есть молоко 1%, есть молоко 2,5%, есть 3,2%, а есть там между 3 и 4. Это что значит? Есть такие коровы, которые дают 1% молоко? Нет. А есть такие коровы, которые дают
2,5 именно. Прямо вот вместо раскраски такой пятнистой на боку написано 2,5. Или 3,2. Нет. А вот если вы возьмете натуральное отборное молоко, так они и продаются в бутылках, отборное молоко. Это молоко, которое не подвергается сепарации. Сепарация – это что такое? Что процесс? Это процесс отделения обычно. Сепаратисты – те, которые хотят отделиться. Вот в Каталонии сепаратисты, дескать, там проводят референдум. Они хотят отделиться. А в чем состоит сепарирование на молокозаводе? Вот у меня был коллега, который в Академии гуманитарного образования, где я подрабатывал, он читал лекции об индивидуальном воспроизводстве, то есть о предприятии и управлении. Он директором был Сосновского, Михаил Алексеевич Александров, Сосновского молочного завода. Он мне рассказал, что когда прибывает молоко на молочный завод, первое, что делает, сепарирует, то есть отделяет сливки. Получается 1% молоко. Остается только рекламировать там, особенно для женщин, для девушек, что пейте это молоко, будете стройны. Конечно, будете стройны, потому что, так сказать, наиболее ценная часть удалена, и вот эта наиболее ценная часть, она используется для того, чтобы иметь сливки, сметану и прочее, прочее, прочее. А как получается 2,5%? Ну, добавляет обратно сливки в это 1% молоко, так, чтобы получилось 2,5. А можно добавить так, что будет 3,2 обратным ходом. Ну, а если не производили сепарирование, то ты уже точно не напишешь, поэтому там от 3,2 до 4,5 и так далее. Тогда это вот можно считать натуральным молоком. Поэтому мы с вами не должны путать нормальное молоко и нормализованное. Чувствуете разницу? Нормализованное – это сначала его сепарировали, а потом опять что-то вернули, и оно нормализовано. А нормальное молоко, оно имеет, конечно, высокую жирность. 6% есть, корова дает жирность и так далее. Выше, ниже и прочее. Но это я по вопросу о том, что если вот такими непосредственными производителями выступают мелкие буржуа, то они тоже подвергаются эксплуатации. Какие тут конфликты? Это конфликты уже не в труде. То есть тут конфликты между мелкой буржуазией и крупным капиталом, который давит, душит, там, сбивает цену и так далее. Но это не подпадает под понятие социально-трудовых конфликтов. Потому что, когда мы говорим о социально-трудовых конфликтах, то мы имеем в виду процесс, который совершается в той форме, которая является для данного строя основной. Какое у нас основное производство? Когда собственники средств производства нанимают работников, покупают их рабочую силу, платят им цену этой рабочей силы, и цена этой рабочей силы называется как? Заработная плата. А для того, чтобы не требовали зарплату, называют ее вознаграждением за труд. Вот если я вам дал вознаграждение, а вы будете требовать больше, это как-то неприлично ведь, правда? Ну как вот, можно, как вот я вам дал эту премию, а вы говорите, дайте мне звезду героя. Я говорю, ну даете, как так? То есть уже сказано вознаграждение, это раз. Во-вторых, как называлась раньше вот эта сторона, которая является стороной трудового конфликта? Это сторона, которая представляет собой собственника средств производства. Обычно говорили, конфликт между предприятием в лице администрации, да, и работниками. А сейчас как называется? Нету, слова администрации нету. И коллектива нету. То есть у нас есть в законодательстве коллективные трудовые споры, есть коллективные переговоры, есть коллективные трудовые договоры, а коллектива нет. Слово «коллектив» вы не найдете. Тщательно, так сказать, все это слово изгнано. Вот. А вместо администрации говорится «работодатель». Вот я вам даю работу, а вы требуете еще и зарплату. Не стыдно вам? Я же работодатель, я как бы благодетель ваш. А вы вот уже неблагодарны, еще никакого конфликта нет, а вы уже как бы... Ну что значит вы хотите больше? Я ваш работодатель. Да если бы не я, вообще вы сейчас нищим были. Вон насколько безработный.
А почему у нас столько безработных, как вы думаете? Это что, такая глупая у нас буржуазия, тупая, она не может посчитать, сколько вот есть работников и сколько надо создать рабочих мест. Она заинтересована создать столько рабочих мест, сколько есть работников? Нет. Интересно, я создам столько же рабочих мест, вы все будете работниками, так? А я начну ему угрожать, что я его уволю? Он скажет, ну, вы меня уволите, и у вас будет дыра. Вот тут. Кто это будет делать, эту работу? Да я делаю тогда по-другому. Я вот сразу этих вот, это количество рабочих мест убираю. И вот будет кто-нибудь кочевряжиться. Я говорю, так, вы недовольны, да? Вот там, видите, сколько за вами стоит? Целая очередь. Особенно из жарких стран, со Средней Азии. Сколько стоит в затылок. И это... Как называется? Это называется резервная армия труда, научно. А капитал, в капитале написано, умор. Резервная армия труда. Что значит резервная? Ну, потому что если вы будете что-то требовать, то вот другие придут, вас заменят. И согласятся на меньшую зарплату, чем вы. Это не надо тут вот выступать. То есть на дальних подступах этот вопрос уже решается. Но сейчас мы ведем вопрос о том, между какими классами, собственно говоря, возникают социально-трудовые конфликты, если мы шли со стороны политики, и поэтому рассматриваем именно классовую борьбу. Получается, что не с мелкой буржуазией идет борьба. Не мелкая буржуазия борется против рабочего класса, или рабочий класс борется с мелкой буржуазией. Крупная буржуазия борется с мелкой буржуазией. Они борются, конечно, и душат ее, а мелкая буржуазия все равно воспроизводится, потому что, ну, дело в том, что монополии поднимают цены так высоко, что при монопольной цене даже ручным способом производить продукцию, если производится она, является доходным делом. И поэтому, с одной стороны, сначала вроде задушили мелких буржуа, а потом раз, и опять они выросли. Потому что после того, как задушили, ведь для чего душили? Чтобы всех передушить и поднять цену. Подняли цену. А раз подняли цену, значит, кто-то в гараже на коленках может уже сделать то, что будет прибыльным. Ну, не сильно прибыльным. Конечно, не такое прибыльное дело. Но уже конкурент опять. И поэтому, значит, капитал, он все время воспроизводит себе конкурента. И это мы с вами в этом курсе специально не рассматриваем. Это не наш вопрос. Мы рассматриваем социально-трудовые конфликты, но мы их рассматриваем с политической стороны, как проявление классовой борьбы. Какие, следовательно, борьбу каких классов мы будем рассматривать? Как и их проявление в социально-трудовых конфликтах. Ну, буржуазии, с одной стороны, собственники средств производства, и рабочие, с другой стороны, как продавцы своей рабочей силы. Вот вы продаете, допустим, свою рабочую силу. Да? Это... Такое явление редкое в современной России или всеобщее? То есть массовидное, когда этим заняты миллионы, миллионы людей. Миллионы? Да. Сколько рабочих в России примерно? Не знаете? Много. Много. Тьма. Кто знает, сколько? Ну, примерно там. С точностью до, ну, до 10 миллионов с точностью. Ну, скажем, люди, живущие в России, они должны же так представлять? Сколько у нас? А то придут японцы, будут спрашивать, а он скажет, мы не знаем, мы из другой страны. Мы корейцы, мы приехали, только по-русски говорим. Ну, 60 миллионов. Ну, вот разные есть цифры. Вот коллеги мои, которые специально считали, я имею в виду вот профессора Золотова, заведующего кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, он дает цифру 30 миллионов. Примерно. 27-30 миллионов рабочих. Рабочих. Работников еще больше. Мы же, когда говорим о социально-трудовых конфликтах, можем брать труд не только в узком смысле слова, как материально-производительный труд, но и в широком смысле. В узком смысле слова вот у меня, так сказать, сейчас не трудовой процесс, а какой? Услуга. Образовательная услуга. А в широком смысле, ну, всякая целесообразная деятельность, полезная, тоже может рассматриваться как труд и объявляться трудом. Но только если будут останутся одни профессора, то они скоро вымрут, поскольку если никто не будет делать мясо, молоко и хлеб, на этом, так сказать, деятельность человечества и закончится. То есть кто-то должен это производить.
Следовательно, значит, если мы с вами берем субъектов возможных конфликтов, то это, с одной стороны, буржуазия, а с другой стороны, рабочий класс. И вот, собственно, в чем особенность этого курса, что мы решили рассматривать не просто там на каком-то заводе или там в цеху конфликты, а мы так взяли в целом, со стороны общества в целом, посмотрели эти классы, и тогда смотрим их проявления на заводах, на фабриках, там, везде, на рабочих местах. Но мы должны понимать, что это не какие-то конфликты, которые связаны с тем, что Иванов не так сказал, Петров не туда пошел, или капиталист такой-то, он, так сказать, такой-сякой злодей. Но если я капиталист, мы должны не переходить на морализаторство какого-то. Мы должны понимать, что такое экономический тип, да, и социальный, классовый тип. Если я капиталист, в чем я заинтересован? Что такое капиталист? Это персонифицированный капитал. А что такое капитал? Это самовозрастающая стоимость, правда? То есть капитал должен все время самовозрастать. Кстати, наше современное отечественное производство во многом этому требованию не отвечает. Люди называют себя капиталистами, бьют себя в грудь. Ну, какой-то капиталист был там, допустим, на Светлане 40 тысяч человек, сейчас это работает 3,5 тысячи. И было, кстати, там, рост производительности труда был 10-12%, а сейчас даже молчат по поводу роста производительности труда. И это причем приборостроительное предприятие, продукция которой очень востребованы. Или Кировский завод. Понятно, что он делал. КБ-3, например. Такая организация, я хорошо знаю, поскольку они меня в свое время выдвинули кандидатом в народный депутат СССР. Но на конференции Кировского завода прошел другой человек, Андреев. 6 тысяч человек работало КБ-3. Они делали танки. Танковое производство. Сейчас на всем Кировском заводе, включая тракторное производство, и там много-много разных мелких предприятий на этой территории, а Кировский завод – холдинг, то есть там вот они все вместе держат эти акции, а предприятия разные. И всего на Кировском заводе порядка 7,5, а было 35. Это что, самовозрастающая стоимость или самоубывающая, самозахлопывающая? Ну, это мы сейчас говорим о том, что в любой деятельности, в любом процессе могут быть подъемы, спады, нету здесь никакой, так сказать, такой прямой зависимости, нет никогда полного соответствия ни в природе, ни в обществе не бывает. Поэтому, если мы говорим, что капиталист, он должен символизировать возрастающую стоимость. С чем это связано? Ну, с нормой. А норма какая для капитала, который у нас не только не выдерживается, но же не провозглашается. Норма какая? Что вот полученная прибыль, что должно с ней происходить? Скажите, пожалуйста, вот вы бы, скажем, ответили, как на этот вопрос. Вот я получил прибыль, я капиталист, что надо делать с ней? Вкладывать в развитие производства. Вкладывать в развитие производства. Ну, это вот вы как-то так не вполне по-капиталистически говорите. Это правильно вы говорите, вкладывать в развитие производства. Вкладывать в увеличение капитала. Капитализировать. А что значит капитализировать? Взять часть этой самой прибыли, процентов 60, и превратить в капитал. А что значит превратить в капитал? Купить средства производства дополнительные, да? Создать новые дополнительные рабочие места, высокопроизводительные, высокомеханизированные, высокотехнологичные. Хотите роботы, хотите там, чего хотите. Луноходы делайте. И вот, и соответственно, необходимое количество рабочих, а может быть рабочих в расчете на эту сумму нужно уже меньше по отношению к основному капиталу, по отношению к средствам производства, да, в соответствии с достижением технического прогресса. Вы что-нибудь слышите про то, как вкладывают у нас наши капиталисты полученные прибыль? Мы слышим, что у нас деньги куда деваются, полученные прибыль, куда? Они едут у нас в офшоры. И это называется не вывозится, а что их вывозить? Их вывозить не надо. Нет, некоторые вывозятся. Например, вот вы можете $1 000 000 вывезти в чемодане? Что, тяжело вам нести? Ну да, что это, девушка чего спросила. Вот вы можете $1 000 000 вывезти? Тут даже два, наверное. Два нет, ну два можно и два. Два можете, да? Какие-то есть запреты? Да, есть, конечно. Почему, конечно-то? Ну, чего, конечно-то? Ну, как вот? Вы должны политически. Кто у нас сейчас у власти?
капиталист. Ну и что, зачем запрет я буду? Если я вот у власти, и у меня есть 2 миллиона долларов, я себе сделаю запрет, чтобы не вывозить? Ну вы что, товарищ наивный какой-то такой, рассуждаете. Политически должен быть подход. Вот когда будете вывозить свой чемодан, в котором миллион долларов, ну не обязательно миллион долларов, эквивалентно миллиону долларов разными купюрами разных, в разных, значит, валютах разных стран. Вы обязательно напишите декларацию, потому что если вы декларацию не напишете, мы точно вас не пропустим. А если напишете, вот в газете есть такая интересная газета, называется «Российская газета». Чем она интересна? Что эта газета не такая, которая какая-то группа людей выпускает, и чего хотят, они там, у нас же нет никакого запрета, чего хотите, то и пишите. А это правительственная газета, она должна писать, ну, то, что полагается. Там выступал один из руководителей таможенного комитета. И он объяснял, что у нас, к сожалению, как он написал в своей статье, вот просто если декларацию человек заполнил, он может вывести миллион. Говорит, за прошлый год 5 таких чемоданов уехало из России, и 2 приехало в Россию. Зачем могут приехать чемоданы? Это выборная кампания. А что такое наличные? Наличные-то ведь никакого учета нету. Никакого. Причем, говорит, едут люди в хорошем таком костюмчике, вот не так, как вы вот одеты сейчас, а, например, как я. Но не думайте, что это именно владельцы. Почему? Меня встретят там, чтобы меня не убили. И здесь проводят, чтобы меня не убили. И заплатят за то, что я прокатился. И что говорит этот таможенник? Он пишет, ну... Надо бы, конечно, спрашивать, откуда это. Такие мысли у него, рассуждения вслух, которые он для читателей сообщает. Надо бы спрашивать, откуда у него деньги. Вот спросите, откуда у меня деньги? Вот я иду с чемоданом, заполнил декларацию. Я, там, Попов Михаил Васильевич, провожу 1 миллион разных валют в чемодане на сумму 1 миллион долларов. И мимо вас, а вы таможенник. Вы можете меня спрашивать, откуда у меня деньги? Сейчас можете? Нет. Не надо спрашивать. Вот почему такой? Люлюкаев недоволен, почему спрашивает. Потом есть Хорошавин на Сахалине, губернатор. Вы не в курсе дела, что он даже подавал в Конституционный суд? По поводу того, что он, у него дома обнаружили 1 800 000 000 денег. А по эпизодам взяток доказано на 660 миллионов. Он говорит, так и что вы арестовали-то 1 800 000 000? Ну, то, вот это вот то, что вы по эпизодам имеете подозрение, что я их получил, так сказать, незаслуженно. Ну, вот это давайте арестовывайте. А что вы арестовали всю сумму? У нас сейчас такое право, что вообще-то вы не должны спрашивать, откуда у меня деньги. Вот вы как вы считаете, вам не стыдно спрашивать у меня, откуда у меня деньги? Почему вы считаете, что я не могу иметь новый день? Почему вы считаете? Это как-то оскорбительно, что вот вы меня спрашиваете. Вот спросите меня, вот я иду. И вот этот предлагает таможенник. Так Хорошавин обратился в Конституционный суд России с письмом, в котором потребовал, чтобы это вот исправили положение. И что вы думаете, как среагировал наш Конституционный суд? Вот здесь вот за Невой, который так в красивом желтом здании, он порекомендовал Верховному суду прислушаться. Ну, вроде как, ну такое сейчас законодательство. Сейчас, ну как хотите спросить, откуда у меня деньги? Ну, как-то нехорошо. Ну, есть они у меня. Есть. И что вы думаете, Конституционный суд порекомендовал Верховному суду снять арест вот с этой части сверх 660 миллионов. А Верховный суд? Ну, знаете, ветви власти, они же не только, так сказать, вот так в одну сторону гнутся, а они иногда так схлёстываются. Важный, конечно, Конституционный суд, но он такой бумажный. А Верховный, он инструмент действительной политики. И Верховный суд сказал, ну, это не решение Конституционного суда, а только рекомендация. Ну, спасибо вам за рекомендацию, мы приняли к сведению и оставили арест. Порядке.
Возвращаюсь. То есть это такое распространенное явление. И, наверное, вы видите, вот некоторые очень как-то вот возмущаются, то же самое увлекаю. Бес говорит, ну что, это разве деньги? О чем идет разговор-то? Или белых? Ну что это там? Ну какие-то суммы несерьезные вы сюда обсуждаете. Ну несерьезные. Это разве деньги? Какая это взятка? И вот таможенник озабоченный, который написал статью в российской газете, пишет, надо вообще-то спрашивать все-таки, откуда эти деньги. Когда человек идет с чемоданом, вот, $1 000 000, спрашивает. Вот спросите меня, вот я иду с чемоданом, спросите, откуда у меня деньги? Ну спросите. Откуда у вас деньги? Бабушка подарила. Все? Больше нет вопросов? Ну и все. То есть смешная даже сама постановка вопроса, а почему? А политически совершенно понятно. Если сейчас власть – это вот те люди, которые обладатели больших сумм, про которые Владимир Владимирович, который является президентом, сказал, что 5 лет назад, вот эти 5 лет мы все это внимательно рассматриваем и наказываем, если кто ворует. А 5 лет назад амнистия капиталов. Слышали такое понятие? Амнистия капиталов. А что, капиталы бывают преступниками? Капитал может быть преступником? Но капитал – это же вещественный труд. Не может быть преступником. То есть преступниками могут быть капиталисты, а капиталы – нет. Поэтому на самом деле копни источник, и вы найдете. Ну, я, например, очень просто объясняю, почему у Абрамовича миллиарды. Он просто работал на стройке сверхурочно. И вот заработал такие деньги. А Лисина еще в другом месте подрабатывал. Потанин. Вот эти ребята, они, значит, где-то так вот работали. Но одного, который сильно доказывал, что он трудился и решил использовать полученные миллиарды для влияния на политику России, товарища Ходорковского, ему показали, что если копнуть, то можно сразу обнаружить, что у вас были нарушения. И копнули. И есть такой шуточный, ну, так сказать, ролик или рассказ в интернете, как Владимир Владимирович собрал всех олигархов, капиталистов. И даже есть так, вот учебник у нас для 11 класса, где написано, такой раздел есть, об удаленности олигархов от власти. Специальный раздел, чтобы с приходом Владимира Владимировича Путина вот такой появился раздел, что вот олигархи, вы олигархи. Но не надо только вот лезть во власть, не надо, это не ваше дело. Так и называется раздел, об удаленности олигархов от власти. Вот он их собрал всех. Ну что, говорит товарищ олигархи, ну вы, наверное, понимаете, за такое короткое время такие миллиарды, которые у вас есть, законным путем получить нельзя. Все понимают? Я так чувствую, что все понимают, кто здесь собрался. А вот один товарищ, который не понимал, товарищ Ходорковский, он сейчас вот там за читой шьет варежку правую. Сейчас мы ищем кандидата на то, чтобы шить левую варежку. Есть ко мне вопросы? Нет вопросов. На этом наше совещание мы заканчиваем. Но правовая база того периода, она у нас осталась. И правовая база такая, что, в общем-то, как-то спрашивать нельзя. Поэтому тот же Улюкаев. Он говорит, ну, это тут сомнительно, что это была взятка. Это больше похоже на провокацию. Хорошо. Всегда вот, когда что-то разбирается, всегда надо входить в положение. Может быть, а вдруг он что-то дельное говорит. Ну, пришли к нему домой. И дома нашли 1 миллиард. И 800, о, простите, не 1 миллион, 580 миллионов, 580 миллионов наличными драгоценностями. И 1 миллион долларов у него на счетах. И еще 24 участка земельных. Но они там не по 4 сотки, как вы понимаете. И земля сейчас дорогая. Но это никак не... То есть то, что это невозможно приобрести на министерскую зарплату, это для всех очевидно. Но у нас нету никаких наказаний в законе и никаких нет
рычагов, чтобы сказать, ну что вы вот работаете и получаете 10 тысяч рублей, а покупаете за 10 тысяч долларов объекты. А вы скажете, ну, у нас теперь я в свободной России. Чего вы, Михаил Васильевич, спрашиваете? Не надо и такие вопросы задавать. Вы даже своими вопросами даже меня как-то вот в неловкое положение ставите. Лучше вы не спрашивайте. И в этом смысле у нас законодательство не изменилось. Поэтому наши, так сказать, вроде как и Следственный комитет, и другие, они, с одной стороны, вроде как борются активно с коррупцией и со всем. Но вот товарищ председатель Следственного комитета Бастрыкин. Я его хорошо знаю, поскольку он у нас был замсекретаря парткома по идеологии в университете. И старостой был группы, где учился товарищ Путин на юридическом факультете. А я был замсекретаря по идеологии вот здесь на экономическом факультете. Вот как раз вот здесь, в этой аудитории, был экономический факультет. А вот та часть была за углом, это философский. И вот этот товарищ Бастрыкин говорит, что надо конфисковывать у всей семьи. Иначе мы ничего не сделаем в борьбе с этими самыми коррупционерами. Потому что вот представьте себе, значит, вы пришли и нашли у меня, завтра придете ко мне домой от Следственного комитета, и нашли у меня 1,5 миллиарда рублей. И начинаете спрашивать, это чье? Это жены, а это чье? А это тещи, а это чье? А это сына, а это чье? А это дочки, а у меня еще 5 внуков. А ваши? Вот ваши, Михаил Васильевич, есть что-нибудь? Да. Вы, вот смотрите, вы КВН-49 видели когда-нибудь, нет? Нет? Уже, видите, вы уже не видели. Первый телевизор, который был вот таким, с таким экранчиком, деревянный такой, и такой экранчик, а чтобы было виднее, к нему прилагался наполняемый водой увеличитель. Такой вот задвигался. И можно было смотреть там хоккей, балет, что хотите. Красота. И вот спрашивают, ваш-то, Михаил Васильевич, что? А вот это, говорю, мой. Что должен сделать судебный пристав? Он идет, описывает, и у меня это конфискует злостно полученное мной КВН-49. И все на этом. Поэтому Бастрыкин говорит, что это бесполезно. Говорит, сейчас это вся борьба. Потому что здесь все заявляют, что это не их. Ну и что, что у меня дома лежит? Вот. Вы помните, что вы мне вчера 1,5 миллиарда занесли? Не помните? Чего вы смотрите? Вы вспомните лучше. Он сейчас вспомнит, и все. А к нему-то никаких претензий нет. Какие могут претензии? Ну, принес. Все. Каждый может ко мне зайти в гости, попить чайку, оставить 1,5 миллиарда. И я должен отвечать, что ли, за эти миллиарды? Не должен. Идите, разбирайтесь, ищите. Ну, это я тут ни при чем. А мы, говорит, конфискуем. Никак не имеете права конфисковывать. Пусть лежат здесь. Они вот лежат здесь и лежат. Они никому не мешают, эти 1,5 миллиарда. Чем вам мешает 1,5 миллиарда, которые у меня на кухне лежат? В холодильнике. У меня 2 холодильника. В одном я мясо, в другом доллары собираю. Или как там уральские пельмени говорят. Вчера я смотрел как раз про Улюкаева, там есть такой ролик. Приходит жена, говорит, Лёшенька, плохо с деньгами. Он говорит, да что такое? Да деньги впритык. Как, что, мало осталось? Да нет, говорит, дверь открываешь, они вываливаются из гаража. Притык. Ну, это мы сейчас не обсуждаем тему юридическую. Это, так сказать, некоторая иллюстрация ситуации, которая у нас есть. А мы с вами обсуждаем, так сказать, и держаться мы должны главной темы, несмотря на политический подход, все-таки главная наша тема – там не борьба с преступностью, не с коррупцией. Наша тема – это социально-трудовые конфликты. Встречаются два представителя 2 классов. Один класс называется собственники средств производства, представители классов капиталистов, с другой стороны, представители рабочего класса. Вот те конфликты, которые обычно разбирают, ну, на уровне бригады, цеха, завода, реже на отраслевом уровне. У нас почти не видно, чтобы какие-то были конфликты на отраслевом уровне, да? Но они связаны именно с этой отраслью, именно с этой бригадой, или они носят всеобщий характер? Если они носят чисто конкретный характер, то это не тема для курсов, правда?
Тем более, вот я сегодня прочитал курс, а завтра уже другой год, уже другие конфликты. И что тогда это бессмысленно изучать? А я буду вас проверять, спрашивать задачи какие-то ставить. Поэтому речь идет о том, мы должны разобраться здесь, вот в этом состоит политическая тоже, политические составляющие, что мы должны брать не такое, что является сугубо конкретным и специфичным, а то, что является всеобщим. Ну, например, первый, скажем, конфликт, который в социально-трудовой, который сразу встает, это конфликты по зарплате. Ну, зарплату все же получают. Все. То есть это всеобщая проблема. Так надо ее взять как всеобщую проблему и поставить. И рассмотреть как всеобщую проблему. Для этого надо знать, что такое зарплата. Вот. Что продают люди, которые нанимаются. Как это называется и так далее. Но прежде чем вот это делать, я думаю, нам нужно навести некоторый порядок в понятиях на подходе уже к этому делу. Почему? Потому что мы с политикой разобрались, а вот что такое социально-трудовой конфликт, если я вас сейчас спрошу, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь ответил мне. Но я имею в виду не то, что он не представляет, что это такое, а вот дал бы точное определение. Вы можете сказать, что такое социально-трудовой конфликт? Нет. Значит, что надо включить сюда и что надо разобрать для того, чтобы на этот вопрос ответить? Социо – это общество, что такое? Раз. Это начинаем думать, что такое общество. Труд – что понимается под трудом? Теперь, ну, труд, наверное, на производстве имеется в виду, в ходе общественного производства. Значит, надо знать производство, что такое, еще одна категория. Так, теперь конфликт. Сам по себе определение конфликта. Четвертая категория. Ну уж в России там, я думаю, все понимают. Вот эти все понятия мы должны разобрать. Давайте разбирать. То есть нам надо, чтобы двигаться дальше в этом курсе, нам надо разобрать все основные понятия, чтобы у нас была полная такая категориальная ясность, о чем идет речь. Что такое общество? Все вы здесь люди. Это уже магистры, причем магистры, которые не на подъеме идут, а уже на спуске. Самолет уже пошел на спуск, сейчас он приземляется. Но это опасно, знаете, когда вот спуск и подъем опасный. Там потом вот летит, все хорошо, ровно. Вот на этом спуске вот сидит человек. В футбол можно играть, а микрофонами еще не играют. Меня уже предупреждали, чтобы я тут не крутил, особенно руками. А я еще не выучил. Так вот, общество что такое? Кто скажет, товарищи магистры, выпускаемые в Санкт-Петербургском государственном университете? Не скажете, что это вот по моему курсу. Это как бы, ну, все люди, которые занимаются такими вещами, должны так или иначе. Мы к общественным наукам себя причисляем, правда? Ну, общество – это что? Я не спрашиваю про общество любителей пива. Это понятно, это другая категория. А вот про общество как человеческое. Что это такое общество? Какие есть предложения? Ну, давайте предположения какие-нибудь скажем. Ну, каждый ученый, вы ученые же, правда? Молодые. Вот, предположения высказывайте здесь. Я предполагаю, что общество – это вот. Давайте. Вы не против такого? У нас, если вы внимательно смотрели структуру курса, он там не написано, что все, лекции, 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 да? Там написано, что у нас лекции есть и семинары, только мы не будем так резко делить, что вот сейчас у нас только лекции, вы только сидите и записываете, а потом вот только я вас там спрашиваю, а вы отвечаете. Нет, у нас вот возникает вопрос, и надо попытаться отвечать. Если вы не ответите, я отвечу. Я никуда не убегаю от ответственности. Вы можете сказать, а что это вы спрашиваете? Вы вообще лектор такой, отвечаете. Но если я вас спрашиваю, вы задумываетесь на эту тему. Если вы задумываетесь, не находите ответ, а ответ вам дают, вы это запоминаете. А если этого нет, напряженного обдумывания, так сказать, этого вопроса, то и это не сохранится в памяти. Это известно. Вы же даже еще, между прочим, и преподавать должны знать, как. Вот это один из секретов преподавания, что нужно не просто, так сказать, что-то формулировать, а нужно, чтобы вы в этом процессе, ну, обдумывания участвовали, правильно? И как бы заново воспроизводили. Общество, что это такое? Совокупность индивидов. Вот, совокупность индивидов.
сразу обращаю ваше внимание на разные вот формулировки. Есть понятие индивид, а есть понятие индивидуум. Вы именно на индивидах настаиваете. Это правильно. Индивиды – это как раз те, которые соединены во что-то целое. А индивидуумы – это которые берутся отдельно. Вот. И вот совокупность индивидов. И эта совокупность получается как вот горох. Это похоже на общество. Если совокупность индивидов взять, только вот индивидов и все. И какой-то горох получается. А это же общество. Общество – это целостность какая-то, да? И какой-то целостности не получается. Совокупность. Отсыпьте меньше народу, больше народу. Да все равно совокупность. Любая совокупность – все общество. Вот как вот тут это вывернуться из этого? И получилось бы общество, а не просто вот... То есть, это что вы сказали? Люди, взятые россыпью. Вот. Это не общество. Чего-то тут не хватает. А чего не хватает? Вот вас взять, меня взять, вот вас, 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 вас. И еще там начать перебирать всех, всех взять, и это и будет общество. Да? Вот если взять всех, кто в Ленинграде, будет житель Ленинграда или Санкт-Петербурга. Там москвичи будут. А общество-то как? Ну, будут жители России. А можно взять граждане России? Это разные уже категории, правда? Граждане России и жители России. У нас живет народ тут не только граждане России, а и лица без гражданства. Некоторые так в аэропортах так и застревают, как один у нас американец. Так в аэропорту и живет. Мы его не выдадим. Мы никого не выдаем. Россия никого не выдает. Но и не берет. Особенно. Так. Какие еще есть предложения? Совокупность индивидов, объединенная по общему признаку. Объединенные? По общему признаку. По общему признаку. Это правильно. А в чем общий признак? Что они индивиды. И получилось, круг замкнулся. Ну, если в таком ракурсе рассматривать, то люди – это тоже общество. Ну, как-то вот это какой же признак-то? Ну, вот, вот вы двинулись, что они чем-то объединены. А чем они объединены? Что это за признак такой? Ну. Вот я с вами не разговариваю, вы со мной не разговариваете, мы с вами объединены? Вот я с вами решил не разговаривать. Почему? А потому что вы со мной решили не разговаривать. Я же не могу вас заставить со мной разговаривать, правильно? И мы с вами объединены? Нет. Ну, значит, мы мало того, что не разговариваете, вы решили, что раз я такие вопросы задаю, я с вами ни в какие отношения вступать не буду. Можете так поставить вопрос? Что за вопросы такие? Значит, вам лекции надо читать, а вы вместо этого нам вопросы задаете. Это безобразие. А я говорю, я с теми, кто так ставит вопрос, тоже не хочу иметь никаких отношений. И что нас теперь объединяет? Что, вы выскочили из общества, и я выскочил из общества? А они остались. Только нас нету с вами. Вот мы там с вами тут начали тут конфликтовать, и нас нету. А они остались все. И мы вроде в дураках. Мы тогда начинаем думать, что не вернуться ли нам в прежнем положении. Ну вот это как раз вот тот самый случай, я обращаю ваше внимание, на то, что именно те понятия, которые самым широким образом используются, они меньше всего изучены. Почему? Потому что они известны с детства. А раз они известны с детства, ну кто будет задумываться над тем, что и так известно? Ну, если и так это известно, зачем над этим задумываться? И поэтому с детскими представлениями люди живут до глубоких седин. И об этом Гегель специально пишет, что люди, вот, как правило, не знают именно то, что хорошо известно. Потому что, ну, как-то даже странно, вот, вроде как неприлично даже спрашивать то, что всем известно. Правда? Я спрашиваю, я сказать, ну, что вы нас ставите такими вопросами в тупик? А и с другой стороны, естественно, что если это известно так давно, что это всем известно, ну что тогда ставить вопрос, что это такое? Ну все же понимают, все же понимают. Начинаешь говорить, а понять, согласно диалектике, это что такое? Это выразить в понятиях. А вот как раз выражение в понятиях не получается, потому что если не выражено в понятиях, то и нельзя передать другому человеку. Это вот одно дело на меня. Собака смотрит и преданно, так сказать, такими глазами.
Вот. И она прямо как понимает. А что понимает? Она мясо ей надо. А другое дело, кстати, я свое понятие могу передать другому человеку. То есть я должен выразить это в понятиях. Тогда вы можете тому передать, тому, тому и так далее. Если это не выражено в понятиях, то это значит понимания нет. Понять, пишет Гегель, значит выразить в понятиях. Понятиях. Ну вот после этого, так сказать, вот терзания, которое я тут, так сказать, организовал, ну, в методических целях, хочу сказать, что общество – это люди вместе с их отношениями. Если вы сейчас можете сказать, да мы это и все знаем, и без вас. Знаете, а что тогда не говорите? Скрываете? Партизаны? Почему тогда не говорите? То есть тут вот нужна известная школа, нужно еще выговаривать то, что подразумевается. Как бы это подразумевается, он вообще уже не высказывается-то. Потому что мы с вами люди публичные, и, скажем, вот если бакалавры, их функция состоит в том, что они преподавать не имеют права в ВУЗе. Таких сделали, такой вид обучения. А вот магистры, вы имеете право преподавать в ВУЗе. А раз вы имеете право преподавать в ВУЗе, мы вот с вами вот коллеги. Только разница у нас, ну, там какие-то несколько месяцев, и все. Я имею право преподавать в ВУЗе, потому что я специалист, окончал университет. Специалисты имеют право преподавать в ВУЗе. Бакалавры не имеют. Магистры имеют. Но раз преподавать в ВУЗе, значит, вот надо это вот такую способность выражать в понятиях, ее отрабатывать. Мы будем ее отрабатывать. Это, так сказать, необходимый элемент магистратуры. Не просто будет, давайте запишите, что вот по этому поводу можно сказать. А мы должны тренироваться, пытаться. И это, вот, если мы это пытаемся, делаем, то это запоминается. Значит, люди вместе с их отношениями. То есть никак нельзя без отношений брать общество. Иначе будут там население, это просто жители, брошенные люди, так сказать, взятые в отрыве от их отношений. Неважно, какие у них отношения. Граждане – это связано с государством, правда? Если нет государства, никаких граждан нету. Это уже отношения не просто друг к другу, это их отношение к государству. Еще государство может это гражданство дать, а может отнять, лишить гражданство. Так? А он как был человек, так и остается. Это другая совершенно категория. А мы говорим об обществе вообще. В обществе это люди вместе с их отношениями. И что здесь важнее вот в этом отношении с точки зрения развития общества? Вот сущность человека в чем? В том, что он биологическое существо, или в том, что он вступает в отношения с другими людьми? Что вот ближе к сущности? Общение. Вот если вы скажете, что вот сущность моя в том, что я биологическое существо, это вы себя приближаете к кому? К кошке? К животным. А мы есть животные. Я вот, например, открыто говорю, что я животное, потому что альтернатива такая. Если кому это не нравится, вот товарищ настаивает, что он растение. Ну, вы не дуб имеете в виду, наверное, уж по крайней мере, что если растение. Потому что альтернативы другой нет. У человека или это животное, либо растение. Животное. Определение человека какое? Не сущность человека, а об определении, я говорю. Определение человека такое. Человек есть животное. А общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот определение человека. Во-первых, это животное общественное. А животное общественное есть муравьи. Это животное общественное. Пчелы. Но они не трудящиеся. Они не ставят цель и не реализовывают эту цель. У них инстинкты. А человек трудящийся. Труд создал человек. А раз он раструд, то в ходе труда человек вынужден был подавать знаки другим участникам трудового процесса, и так постепенно развилась речь. Поэтому труд создал человека как говорящего животное. И рука развелась, которая очень много может и которая является могучим инструментом. Отсюда и прямохождение, которое связано с тем, что надо руки освободить для трудового процесса. И в этом обезьянам освобождает одну руку, а человек, ну, уже освобождает две руки. Говорящее и разумное, потому что разумным может быть человек не в обществе. Он родился и заговорил. Вот если до пяти лет человек прожил в стадии волков, может он стать человеком? Уже не может.
Поэтому, да, такие случаи были, когда животные вскармливают человека. Ну, вот он весь в этот период он... Хотя нынешние сейчас малограмотные, я считаю, некоторые научные работники говорят, идет процесс социализации. Как будто он не в обществе родился, а черти где, в берлоге. Это социализация. Он же в обществе родился, человек. Он родился в роддоме. Это общественное учреждение, но общество создало его. И там ему сразу прививку делают. Вот я недавно слышал выступление профессора Первого медицинского университета по эхо Москвы, который говорит, ну зачем прививать ребенку вот сразу грудному, потому что у него там разные реакции. Ведь когда прививку делаешь, некоторые, так сказать, клетки умирают при этом, потому что это серьезный удар по организму. Поэтому ну, дождитесь 6 месяцев. Но сейчас никто с этим не считается, потому что это большой бизнес. Если много-много людей привить, 40 миллионов доз, это ведь можно от государства сразу получить деньги за 40 миллионов доз. И это гарантированно. А в следующем, особенно если это относится к гриппу, а в следующем году будет другой штамм, опять можно ту же сумму получить, еще и больше, и так далее. То есть, как это социализация? Человек только в обществе и может быть человеком. И мать его сразу воспитывает. И с ним сразу разговаривают. Разговаривать нужно с ребенком, который не говорит. Ну, грудной он же не может говорить. Но с ним же разговаривают. Песни ему поют. Матери поют. Бабушки поют. Поют. А зачем, говорит, ему поете, он все равно ничего не понимает. Так если не будете петь, он и не будет у вас ничего понимать. Ну, сам процесс становления-то в чем состоит? Ему поют, он не понимает, а потом начинает понимать кое-что. А зачем, говорит, вы учите его ходить? Он же не может сейчас ходить. Ну, так он не может, а потом вдруг и сможет. И так же и все остальное. Особенно сначала страшно, дескать, у него голова сейчас упадет, оторвется, там надо держать. А он старается же. Он же все время делает то, что не умеет, да? Это же свойство человека. И ему в этом все помогают. То есть это определение человека. Человек есть. Это я вам задание не давал ответить на этот вопрос, а просто сформулировал. А вот общество, это не просто. Так сказать, это вот люди вместе с отношениями взятые. А сущность человека в чем? Вы определение и сущность различаем мы с вами? Определение и сущность. Вот когда мы говорим об определении, это всегда какое-то такое качество, которое сохраняется в изменениях. Вот если, скажем, я взял какое-то ваше качество, что вы хороший человек, и вот какие бы ни были изменения там, и ситуация такая сложная, так сказать, и вот ситуация для вас очень трудная, а вы все равно хороший человек. То есть не так, чтобы вот что-то ветер дунул, и вы уже совсем по-другому относитесь к людям. Если вы хороший, так вы, так сказать, хорошим человеком остаетесь. Тогда это ваше определение. А если вот сегодня я вам что-то хорошее сделал, а завтра как волк на вас накинулся, сказать, так это не определение у вас другое. Непонятно, что вы за человек. То есть это качество, которое сохраняется в изменениях и проявляет себя во вне. Ну, на гегелевском языке, в науке логики, это звучит, конечно, более сложно. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Это вы можете посмотреть там, учение о бытии в разделе, посмотреть. Но для того, чтобы было, так сказать, понятно, за что зацепиться, когда качество, которое есть в себе, вы сейчас в себе или не в себе? Вот сейчас я начну на вас кричать, что вы там не отвечаете? Это я, значит, уже вышел из себя. То есть слово «в себе», выражение «в себе» означает равенство с собой, что вы равны. Или как иногда вот секретарша директора говорит, я вот сейчас приду в себя и буду с вами там разговаривать. А тут она что-то делает, там причесывается, и после этого только идет разговор. То есть в себе бытие – это равенство с собой. Но это определение. А сущность, вот я смотрю на него, человек в черном, это бытие его. Ну, человек в черном, люди в черном. Что про них можно сказать? Вот в черном сидит. Что-то все люди в черном. А чего вы все при черном пришли? Что-то странное. А сущность такая, что это люди, которые обуреваемы тягой к знаниям. Им вообще не важно, в чем одеваться, им важно, что вот они получат. Сущность.
А как они могут, тяга к знаниям, в чем реализовываться? Ну, как, в обществе она реализовывается. Ее, вы же поступили в университет Санкт-Петербургский, здесь в магистратуру. То есть это есть, так сказать, общественный процесс. И сущность человека вообще общественная. Вот. А если отвечать односложно, сущность человека в общественных отношениях между людьми. Не в том, что он биологическое существо, а в общественных отношениях между людьми. Вот общественная сущность человека. Определение это очень простое. Это вот животное такое-то, такое-то, такое. А сущность человека – общественная. Так. Ну, с обществом мы разобрались с вами. А у нас длинная дорога. Вот мы хотим разобрать социально-трудовые конфликты с политической еще стороны. С политикой разобрались, с обществом разобрались. Труд. Кто может с лету сказать, что такое труд? Ну, скажите. Осмысленная деятельность для получения результата какого-то. Как? Еще раз повторить. Осмысленная деятельность для получения результата. Вот я на вас посмотрел, и мне показалось, у вас там где-то лишняя тыщенка завалялась. Подошел с топором, дал по голове и достал эту тыщенку. Это осмысленная деятельность для получения какого-то результата. Точно подходит под ваше определение. Надо дать не такое определение, под которое будет подходить черти что, а такое определение, под которое будет именно труд подходить. То есть то, что вы сказали, называется это правильное высказывание, но не определение. Правильное. Ну, допустим, роза есть растение. Это правильное высказывание. Ну и крапива же есть растение. И вот я крапиву принес. Говорю, что вы принесли? Так вы сказали, что это роза, это вот растение, я вам растение и принес. Нельзя любое высказывание рассматривать как определение. Определение, это определение, вот если вы думаете значение этого слова, оно пределы становится. То есть это за пределами, а это вот в пределах. Определение, пределы поставить. Даже в юридической практике. Вы знаете, что есть разница между решением суда и определением? Процессе. А? Не знаете, в чем разница? Вот по итогу судебного процесса принимается, суд принимает что? Решение или определение? Смотря какой суд. А? Смотря какой суд. Гражданский. Чтобы вы не спрашивали, какой гражданский? Инстанция какая? А? Инстанция первая, вторая, третья. Любая. Тогда решение. Решение, правильно. А в ходе процесса принимаются какие-то постановления? Как они называются? Решение суда или нет? Как? А как называется? Определение они называются. Суд вынес определение. Вот вы спросили, могу я сейчас выступить или нет? Я посовещался со сторонами и вынес определение. Дать вам выступить. То есть промежуточные решения, промежуточные постановления называются определениями, а итоговые называются решением. Но я обращаю на слово определение, а слово пределы положить, пределы. То есть, вот. Но предел – это понятие, которое в диалектике определяется так, граница, которую переходят. Вот кажется, это очень странно. Вот смотрите. Вот представьте, что вот видите вот эту черную грань, да? Это граница между вот мной и вами. Я с этой стороны, а вы с той. И вот летит самолет. И не останавливается, пролетает. Вот если он еще не долетел до этой границы, а эта граница для него предел или нет? Ну как же да, когда он может еще лететь? Как да? Не долетел же еще. Значит, я могу это вам очень сильно удлинить. Половину пути пролетает, потом еще четверть, потом 1/8, потом и так это бесконечность. Вы будете сидеть и никогда не уйдете отсюда, я умру. И вы вместе со мной. Поэтому это, так сказать, это известная, так сказать, такая задачка в Ахиллесе и черепахе, когда Ахиллес догонит черепаху. То есть, пока самолет не долетел до границы, она для него не предел. А если уже перелетел, самолет не останавливается. Перелетел. А эта граница для него предел или нет? Тоже не предел.
Ну, она же не предел, он уже вон там, он туда к вам пошел. Все. Когда она предел, когда эта граница предела? Задача логическая. Надо думать. Когда она ее может преодолеть? А? Когда она не может ее преодолеть? Ну, вот я вам специально показываю. Самолет летел, а вы говорите, не может преодолеть. Что вы говорите-то? Ну, вот сейчас это СВИМАО летит, прилетает. Когда если он ее преодолеет, он перестанет быть самолетом. Что? Когда если он ее преодолеет, он перестанет быть самолетом. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас все самолеты прилетают, все грани. Ну, что вы говорите? Коридор только им устанавливать, чтобы они там туда не заехали, там, где, может быть, летают военные самолеты. И летите все спокойно. И разрешение получите, и летите вы. Ну, что, не летали на самолете? Через границу не перелетали? Ну, я многократно перелетал. И что, останавливаюсь? Зависает, что ли, над границей? Да ладно. Как ты задаешь такую логическую задачу, вы начинаете придумывать, городить. Что вы городите-то в самом деле? Окститесь. Я спрашиваю, когда эта граница является пределом? Когда он ее преодолевает. А почему обязательно он преодолевает? Так вот, как будто откуда вы такую сложность такую взяли? Ну, пролетайте все над границей, да и все. Почему обязательно преодолевать? Короче говоря, значит, ну, я ведь беру эти категории не из головы. Это категория диалектики. Она имеется, эта категория расписана в науке, логике Гегеля. Вы можете открыть учение о бытии и меня перепроверить. Определяется она так. Предел – это граница, которую переступают. Перехожу от таких вот абстрактных вещей к тому, чем мы занимаемся. Вот вы сейчас обучаетесь. Вы когда вот вы обучаетесь, вы что, вот предел не переходите свой, границу в которой? Вот у вас знания ограничены всегда, у всех ограничены знания. В одном больше, в другом меньше, но есть некая граница знаний. И вот вы сидите на лекции, и вы соглашаетесь с тем, что вы выходите за эту границу или нет? Ну, вы вообще за 2 года этой магистратуры собираетесь выйти за границы того, что вы получили в бакалавриате? Если собираетесь, то тогда вы переходите. А если вы не переходите, то зачем вы учитесь в магистратуре? То есть в чем состоит вообще обучение? В постоянном выхождении за границу. А граница, которую переходят, называется пределом, по определению, которое дал Гегель. Предел – это граница, которую переходят. Поэтому, значит, человек, если он не ограниченный, а хочет развиваться, он должен постоянно выходить за свой предел. Это мы из области обучения берем. Или берем из спорта. Елену Исинбаеву. Знаете, известна вам такая фигура спортивная? Чемпионка мира по прыжкам в шестом. Которая 24 мировых рекорда. Это что значит мировой рекорд? То есть она идет на соревнования и соревнуется с кем? Ну, никто ей не противостоял, она всех опережала. Значит, она соревнуется сама с собой. Она выходит за свой предел. И вот человек развивается тогда, когда он выходит за свой предел. Если он не выходит за свой предел, он ограниченный человек. У нас на кафедре, я был одно время на кафедре экономики, в управлении планированием социально-экономических процессов был товарищ Сердюков Владимир Андреевич. У него были такие, значит, трость у него была, и он бородка, и он так всегда говорил: я профессионал, я делаю только то, что умею. И я всегда над ним потрунивал, говорил: ну а что вот ты умел, когда тебе было 3 месяца? И вот ты это вот это все и только и умеешь. То есть на самом деле люди, особенно дети, а те люди, которые это теряют свойство, когда становятся взрослыми, выходить за свой предел, они останавливаются в развитии. Они все время выходят за свой предел. А те, кто не выходит, те ограниченные люди. А в этом вообще состоит обучение. Если бы люди приходили на первый курс вуза и уходили бы на последнем курсе с тем, с чем пришли, ну, это или, так сказать, такие пришли студенты, что они, так сказать, ничему не могут научиться. Но в это никто не поверит. Значит, такие преподаватели были. Что такие были преподаватели, что студенты ушли с тем, с чем пришли.
Гнать надо таких преподавателей тогда. Более того, вот, скажем, вы тоже будете преподавать. У нас для нашей российской системы преподавания одним из важнейших требований было, что каждый преподаватель должен вести научную работу. И даже больше всего не спрашивали, что вы там читаете на лекциях. Меньше всего интересуются. И сейчас меньше всего интересуются. Как вы читаете, что вы читаете. Ну, вот как-то этого нет. А вот что вы опубликовали, это да. Потому что если человек находится на переднем крае науки, то он тогда и в других областях может, соответственно, рассказать научным образом, что происходит. А если он не находится на переднем крае науки, он просто пережевывает какие-то учебники, которые написали другие люди, которые пережевывают других учебники других людей и так далее. И эту жвачку все жуют, и эта жвачка заполняет интеллектуальное пространство. Так вот, от нас требуется, так сказать, быть учеными. А кто такой ученый? Ученому деньги за что платят? За то, что он делает то, что умеет? Или за то, что он делает то, что не умеет? Ну вот я считаюсь ученым, доктор наук. Мне платят деньги за то, что я делаю то, что умею, или за то, что я делаю то, что не умею? А вы как науку понимаете? Наука – это открытие нового. А раз новое, значит, оно всегда? Как можно открыть новое? Как можно уметь открывать новое? Это не знает никто. А вы вот как хотите, вот мы находимся в каком-то, как хотите, выдавайте новые научные результаты. Так а мы это новое. Так если у вас старое, так это не наука. Не наука, если я просто рассказываю, что было добыто в науке до меня, ну это в лучшем случае история философии, история конфликтологии. Там. Это вот те люди, которые не тянут в теории, они занимаются обычной историей науки. Ну, потому что, ну, это, в общем, можно всегда написать, собрать и выдать. Вот. Я проанализировал, сложил, сопоставил и вот рассказываю. А вы новые что-нибудь открыли? А новые – это другое, это не история науки, это отдельно. Идите по этой теме. То есть выхождение за свой предел. Вот, так сказать, ваша задача. То есть человек, вот вы пришли, чтобы сюда, чтобы развиваться. Что значит развиваться? Ну, делать то, что не умеете. Да не умели, а теперь умеете. Вот дети, они только и делают, что все время занимаются тем, чем все ученые занимаются, тем, что не умеют. Они не умеют голову держать, потом держат. Он лежит потом, как этот маленький жучок, и болтает ногами, руками на спине. Он не может перевернуться на... Но он пытается что сделать? Сделать то, что он не умеет. И вдруг он раз – и переворачивается. Потом он пытается поползти. И куда он ползет, когда начинает ползти? Вперед или назад? Назад. Потом начинает ползти вперед. Потом начинает бегло бегать на четвереньках, как все животные. И, так сказать, вроде как это... Но пытается встать, причем как они хлопаются с таким грохотом о паркет, когда встают, особенно назад. Но у них в это время тут мягкие затылки, так ничего страшного. Так более-менее это проходит. Опять делает не. Потом, а уж особенно, это вот, когда начинают дети говорить, они сразу, вот были тут кошки, тут были какие-то еще животные домашние. И вдруг этот вот маленький человек, который был все это менее развитый, чем они уже тут все умеют, все знают, и вдруг раз он начинает говорить, и он уже бесконечно оторвался. А вот все это вот, от всех этих домашних животных, потому что он уже вышел за предел, который ограничивает животных. Все. И дальше, а потом люди становятся солидными. Я вас хочу отговорить от солидности. Дескать, ну, как это я вот... Вы сейчас сидите, вам как-то вроде кажется неудобно, что вы что-то не понимаете. Я вас спрашиваю, не понимаете, вроде как я вас стыжу. Я вас не стыжу. Мы просто находимся в нормальной атмосфере выхождения за свой предел. То есть я ставлю вопросы, если вы на них не отвечаете, я отвечаю, мы с вами двигаемся дальше. Вся работа с... молодыми учеными, ну, если не вот такая коллективная, у нас очень много тут людей с этой точки зрения. Обычно какая работа с аспирантами? Со скольки аспирантами работает научный руководитель? Ну, с одним. Ну, если с другим, то отдельно с другим, а не так, что группы собирают их и что-то там лекции читают. Это вот придумали лекции читать, а потерянное время. Потому что сам аспирант мучается, делает, ему помогает быстрее выйти на тот уровень, к которому он стремится. А если вы будете докторскую писать, вам кто будет давать тему? Никто, сами выбирайте.
И вы отстаете. А у вас научный руководитель будет? Нет. А что будет? На консультант, может, сейчас дают. Не обязательно, но могут дать. А что значит консультант? Вы скажете, спасибо Михаилу Васильевичу за полезные советы, но уж как-нибудь я сама разберусь. И все. Почему? Потому что вы самостоятельный научный работник. От консультанта. От, что требуется от доктора наук? Дать новые научные направления или решить важнейшую народно-хозяйственную или культурную проблему. А что значит решить? Новую. Никто не решал. Вот, а он решил. Вот если вы докажете, что я вот первый решил, это, конечно, очень трудно. Вот, и начинаешь доказывать, что я решил. Как-то так вроде не скромно. Но если вы не докажете, что это вы решили, то да что вы, не получите вы никакой. А потом вы пришли на ученый совет там и хотите две трети получить за вашу эту самую диссертацию. Вот они стоят сплоченные, мы стоим, профессора, сплоченными рядами, а вы хотите нас раздвинуть и тоже сюда. Не всем это удается, как вы понимаете. Потом вы-то хотите выйти за свой предел, а мы уже вышли, и теперь у нас другой предел. И мы тут сидим. Потому что профессору там доплачивают и за должность, и за звание, и за степень. А вы еще, у вас ничего нет? А тем более сегодня, когда нужно еще денежки платить за ваковские статьи, 15 статей отщелкайте на докторскую диссертацию, а каждая статья вам будет 1000 по 8. Вот умножайте. И это стал еще один барьер, еще один предел. И вот не было такого предела, по крайней мере, раньше. А сейчас он есть. А если у вас таких денег нет? Ну. То есть это вот такая сложная проблема. Так, ну это мы с вами разбираемся вопрос с вопросом о том, какова сущность человека. То сущность человека общественная, а общество постоянно развивается. А развитие идет как раз сохранить в том, что идет все время выхождение. И человек развивается в обществе. Именно так. Хорошо. Значит, социально-трудовые конфликты. С обществом мы разобрались, с сущностью человека разобрались. Труд что такое? Вот это я вас спросил, а вы тут что-то такое. Это я не принял вашу формулировку. Какая-то она. Все убийцы подписались бы под этой формулировкой вашей. Говорит, наконец-то хоть нашелся человек, который нас правильно обрисовал, нашу деятельность. Что он поставил себе цель и добился ее. Стукнул по голове, отнял деньги и ушел. Цель ставится, решается. Особенно преступные группировки, которые как раз и создаются с определенной целью. У них, только у них есть разница. Вот хорошее, когда что-нибудь делаешь, но как это называется? Вот мы задумали что-то хорошее. Как это называется? Замысел. А вот мы задумали что-то преступное. Это как называется? Умысел. Умысел. Так мы не должны путать умысел и замысел. У вас умысел или замысел? Вы там как-то там определитесь, молодой человек. Так, труд что такое? Ну, это вот говорит как раз. Ну, во-первых, говорит о том, что у нас как-то экономические понятия сейчас не изучают, а самостоятельно, ну, надо взять, прочитать «Капитал», и все понятия у вас будут на всю жизнь экономические. Потому что ничего такого более систематического нету. Есть всякие разные потом надстроечные работы, всякие отдельные вопросы, отдельные течения, отдельные мнения. А вот такой, чтобы система категорий была понятийная, ну ничего другого нет, и это очень, надо сказать, я вам очень рекомендую. Не быстрое дело, но полезное. Поэтому у нас капитал все время в ходу и в почете. Вот сейчас капитал стоит, уже один том стоит, последний раз я видел, 1500 рублей. Новые издания, его все время издают. Ну, кто читает? Буржуазия читает, чтобы бороться с рабочими. Читает, чтобы бороться с буржуазией. Все читают. Ну, а как без этого? Без этого никак не пресечешь. Значит, труд, как ее Маркс определяет? Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Материальных благ не по убийству людей, не по грабежу. А по, не отъему благ, а созданию благ. Это вот такое определение, очень коротенькое. А у Маркса есть длинное определение. Более длинное, оно более красочное и более содержательное. Я его тоже сейчас приведу. Труд – это процесс,
совершаемое между человеком и природой, обмен веществ, простите, не просто процесс, обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Ну, красивое же определение. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот это труд. Материально-производительный труд. И вот люди, которые этого не знают определения, они начинают отдельной экологией заниматься, как будто вот труд не состоит в обмене веществ между человеком и природой. Только нужно до конца досматривать. Если вам продали что-нибудь в полиэтиленовом мешке, то поинтересуйтесь, сколько лет это будет истлевать полиэтилен, сколько лет он будет истлевать. Как вы думаете? Полиэтиленовый мешок сколько будет истлевать? А? Да ладно, почему так вот не надо, так вот уж совсем уже вы так страшно изображаете. 200 лет всего. У нас не будет, а полиэтиленовый мешок будет. Во Франции уже запретили всю пластмассовую посуду. Пикники там собираются, все делают легко. Один раз вы что-то попили, и что так, что вот эти фарфоровые ваши посуды? Она ничего не приносит природе дурного. А пластмасса все, она, ну, 200 лет будет лететь. А бумажная через месяц истлеет. Поэтому бумажный стакан сделать или пластмассовый – одно и то же, почти на той же технике. Но бумажный через месяц превратится в чего? В удобрение. Он же сделан из чего? Из дерева сделан. Ну, древесину варят, вываривают там и так далее. В чем процесс состоит производства бумаги? Так, чтобы эти клетки разошлись, чтобы не было там какой-то структуры, и потом из них делают листы, из листов делают потом, хочешь стаканы, хочешь тарелки, раз, и тарелки бумажные. Ну, бросили в лесу эту тарелку бумажную, ходили за грибами, сидели там, прочее, ну, бросили. Ну, через в следующем году уже ее нету. А это пластмасса все будет, и нас не будет, и наших детей не будет, и внуков, а пластмасса будет лежать. Поэтому вот все эти вопросы экологии, их почему-то отдельно ставят, их нельзя брать отдельно от вот этого. Вот это труд. Поэтому мы же с вами процесс труда берем. Но в труде кто участвует? Тот, кто трудится. Правильно? Ну какой человек? Не все же трудятся. Материально-производительно трудится. Я, например, не занимаюсь материально-производительным трудом. Я могу что-то сделать. Допустим, посуду помыть – это материально-производительный труд? Да, картошку почистить. Материально-производительный. Суп сварить. Материально-производительный. Пол подмести. Белье постирать. Еще машина есть стиральная. Это же еще машинное производство теперь. Ты кидаешь, потом понимаешь и разбешиваешь. Это какое производство? Берешь предмет труда, грязное белье, и получаешь результат – чистое белье. Но это труд. А еще нам надо знать, труд совершается в ходе производства. Тождественно это понятие или нет, производство и труд? Да или нет? Ну, такой простой вопрос. Тождественные они или нет? Да. Нет. Вот это у вас тот уклон тут уже обнаружен. То вы начинаете называть трудом эту деятельность этих бандитов, то уже отождествляете труд с производством. Вот к вам вопрос я сейчас поставлю. Вот скажите, пожалуйста, вот скоро будет зима. Сельскохозяйственное производство будет весь идти на полях нашей Родины? Нет. Что? Не слышу. Нет. Нет? Ну, вы даете. А что, озимые не посадят, что ли? Сейчас не будут разве сажать озимые? Озимые культуры. Вы благодаря вообще существуете, благодаря преимуществу на озимым культурам или яровым? Наверное, озимым. Озимым прежде всего. Так озимые дают самый большой урожай. Почему? Когда их сажают? Ну, а зимой когда будут вот высевать? Вот сейчас высевают, а зимой? А? Наверное. Да. Ну вот сейчас начнут, в октябре. В октябре. А дальше что будет? А дальше они взойдут. И будет. Не видели никогда поля зимы? Это изумительное зрелище. Изумруд. Вот такой высоты. Изумрудные поля тут. Там, где это хорошая культура, вот, скажем, в Краснодарском крае или
Я вот Мордовию проезжал, ну просто глаз радуется. Это очень красиво. Художники это изображали. Ну, мало кто там. Вроде время холодное, в это время не загорать, ничего. А в это время совершается труд, засеяли это труд, труд. А после того, как засеяли, производство идет или нет? О зимах. Засеяли уже, ушли уже люди, которые с тракторами, с сеялками ушли. Производство идет? Да. А труд идет? Нет. Значит, ноябрь идет производство? Идет. Труд идет? Ну, что в ноябре делают там, на этих полях, где озимые растут? Ничего не делают. Декабрь. Производство идет? Ну, если ничего не делают, то производство идет. Труда нет. Ну вот, ну что, вот мы, например, знаем. Производство идет, труда нет. А когда труд будет применяться к этим озимам? Когда воздух снег. А? Когда будут. Вот когда она будет их сжать, а это будет уже где-нибудь в июле. А что будет происходить весной? Весной будет таять снег, потекут ручьи, и эти озимые получат колоссальное количество влаги. А где ваши яровые? А яровые в это время сеять нельзя. Почему? А потому что не проедет никакая техника на полях, потому что когда там весенняя распутица, нет никакой техники, которая может там что-нибудь высевать. Поэтому это все будут яровые ждать своего времени, когда уже основная влага уйдет, она будет забрана этими озимыми культурами. Вот тут и с яровыми подоспеете вы, и, значит, посеете. И тоже, между прочим, потом, когда посеете, ведь труд-то тоже не будет применяться. А в процессе производства используется еще и природа, сама природа, мать богатства. А труд – его отец. Поэтому, а чего же вы все, так сказать, такого все? Труд. А производство шире. Или вино как делать? Кто знает, как делать вино? Мы, говорит, знаем, как его пьют. Нет, а как делают? Да знаете вы, как его делают. Как? Берут виноград. Из винограда что делают сначала? Сусло. Это вот, так сказать, жмут его, говорят. Девушки молодые топчут этот виноград, и получается вот это самое сусло. Потом часть ее отправляет на то, чтобы делать соки, соответственно, консервируют, разбавляют водой, чтобы был нектар, чтобы вам было вкусно, а прибыль бы была большая, потому что там этого сока мало, а сахарок добавляют, обязательно лимонную кислоту, я не знаю зачем, но обязательно, дескать, это регулятор кислотности, дескать, недостаточно кислые у вас соки, еще добавить надо. Площадь мало-мало сейчас соков натуральных, больше всего всякие нектары или вот что-то среднее. А вот как раз на вино идет уже вот это самое сусло концентрированное, то есть из которого никакой воды не добавляют. Оно бродит. После того, как оно перебродило, что делают с ним? Заливают в бочки какие? Любые? Сосновые? Еловые? Дубовые, потому что будет иначе это горечь или пахнуть будет сосной или елкой, смолой. Хотя это и не вредно, но вкусного не получится. Дубовые. Потом их ставят в погреб и на склад подземный. И что? И ничего, и сидят и ждут. Вот выдержанное вино. Вот мужики. И 10 лет его не выпили. Такая сила выдержки у них. Выдерживают 10 лет. Вино – десятилетней выдержки. Вино-то что? А люди как выдерживают? Какие у нас волевые люди есть? То 4 года выдерживают, то 3 года. Ну, ясно, если 10 лет выдержали люди, это да, очень дорогое вино. Да удивительно, как они могли не выпить за 10 лет это вино. А не выпили. Их же правительство сменяется, а они все сидят и так они выпили. И вот закончилось производство. Поэтому как так определить, чтобы не получилось просто повторение того, что такое труд? Как определить производство? Кто-нибудь может сказать? Я хотел вам продемонстрировать ценность этих определений, потому что это для отдельных таких вот явлений существуют соответствующие понятийные выражения. Можете записать, что такое производство.
Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. А общество мы уже знаем, что такое. А форму общества тоже знаем. Это формация. В рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Чтобы это определение понять, надо понимать все его составные элементы. Процесс надо знать, что такое. Это я буду спрашивать. Присвоение, что такое, тоже надо знать. Присвоение же важная категория, правильно? А то я сейчас присвою ваш телефон, а потом скажу, если вы знаете, что это такое, я отдам, а если не знаете, то я не отдам. О чем тогда, какие вообще вопросы? Может, это что-то хорошее, что вас присвоил ваш телефон? Присвоение предметов природы. Ну, с этим более-менее понятно, но тоже я мог бы сказать, вот это вот предмет природы или нет? Да или нет? Что такое, не почувствовал? Сложный вопрос у меня. Хорошо, вот, ну, вот, вот этот стол, вот предмет природы или нет? Хорошо подумали? А что это такое? А что это у нас, это откуда-то вышло из нас как-то? Не природное, что ли? Как это так правильно сформулировать, чтобы было понятно? Формулирую. Это очеловеченная природа. Очеловеченная. Ну, взяли природу, переработали, труд применили, производство шло, да? И получилась очеловеченная природа. Это все очеловеченная природа. И здания, и сооружения, и набережные. Это все человеческая природа. Там гранит-то настоящий, природный. Ну, конечно, там вот таких ровностей нет в природе. А человеческая природа делает так. А сейчас вообще полирует этот гранит. Такое при Петре не могли сделать, а сейчас делают. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества, это я уже сказал, это способы производства, и посредством нее. То есть присвоить можно посредством общества, а не вот я скажу этому вот предмету, телефону вашему, иди сюда, а он не идет. А посредством общества, вот я сейчас спрошу всех, чей это телефон, и все скажут, что он мой, а не ваш. И еще напишут, что вот, а вот товарищ в черном настаивал, что это его, и вел себя неприлично. И что он будет делать? Ну, если у него, конечно, там где-то ворох есть документов на этот телефон, но при нашей безалаберности я сомневаюсь. У меня, например, нету. И я даже, у меня много всяких перебывало телефонов. И если бы я это все хранил, я, наверное, с ума бы сошел. Ну, может быть, он из этой ситуации вывернется, но это не факт. Вот мы, наверное, вы заметили, что какой принцип движения, который у нас есть. Мы не пропускаем никакие категории. Если мы их не знаем, то мы их выявляем и, так сказать, формулируем. Чтобы у нас все, что говорилось, было понятно. А что значит понятно? Выражено в понятиях. А такого, чтобы мы повторяли какие-то слова и не понимали, что за ними стоит, этого быть не должно. Это не научно. А у нас должен быть курс научный. Вот. И мы как пошли от основных понятий, так и будем двигаться, и будем все это делать. И к интересным выводам придем. Мы уже, у нас интересная постановка. Мы уже для себя определили два полюса, которые сражаются. Но это надо будет посмотреть на конкретных вопросах, этих самых социально-трудовых конфликтах, до которых мы обязательно дойдем. Правильно? Иначе не стоило бы этот огород городить. Вот. Спасибо за внимание. До следующего раза.